Друзья, всем привет, с вами снова я, Диджибайс. Короче, такая система, смотрите, вот я движку посадил, вверху он вроде как плотно сел. Сейчас пойдем вниз. Почему гидромуфта не хочет крутиться? Кто-то мне вот раздражает прям. Уже второй раз мотор снимал, ставил. Сейчас покажу. Короче, венец, маховик, вот гидромуфта. Сейчас вот она вроде как там крутится вот от руки. Вот я ее спокойно могу провернуть. Вот даже видите. Вот спокойно туда могу провернуть. Вот. Видите, проворачивает свободно. Вот. Свободно, легко крутится. Она вот так и должна крутиться. Суть в том, что если я зажму вот эти болты, вот эти зажму, вот чуть-чуть буквально, да, здесь вот тоже она перестает крутиться. Почему, понятия не имею, должно ли так это быть. Я ее вообще, вот эту гидромуфту, посадил там на 3 щелчка. То есть до конца полностью воткнул. Вот она легко стоит, легко прокручивается. В коробку прям на 3 щелчка ее посадил, как должно быть. 1, 2 и 3. 3 щелчка я воткнул. Почему она сейчас вот так вот, я не знаю. Вот. Вот вроде сейчас вот она крутится, да? По идее, вот эти зажмешь болты, она не крутится. Кто знает, напишите в комментах. Че, по новой мотор? 3-й раз буду снимать, что ли, или что? Первый раз там вот этот сам венец был немножко погнутый, вот в каких-то вот местах, вот на вот этих кругах был погнутый где-то, я не помню уже, на моторе на самом. Потому что я, видать, когда снимал его, подпортил. Я его, короче, подправил, ребят. По идее, теоретически, вот эти вот гайки, их можно просто вот с дырками совместить, с вот этими, ну, мотор там покрутить, чтобы она сюда ушла. Подзатянуть, как говорится, по идее, и все. И потом уже вот эти болты затянуть, по идее. Ну, скорее всего, я так и сделаю. Но с другой стороны, а вдруг там насос в коробке разобьется, бля, или еще что-то с коробкой потом случится. Я, блядь, коробку тут не хочу снимать нахер, блядь, на этой машине. Только мотор починил, блядь. Вот сейчас она вот прям легко вот крутится и туда, и сюда. И я ее в круг пробовал так прокрутить. Она и в круг прокрутится. Вот вторая вот она. Давайте все прокрутим. 3-я вот пошла. 4-я. 5-я вот. 6-я. Все, вот все 6 штук, они вот даже 7-я уже. Вот все, короче, они все пошли. Вот все вот эти гайки, куда прикручены, они все пошли. В принципе, они проворачиваются очень даже легко. Ну, по идее, там еще, смотрите, сколько места, да, чтобы ее этот... Да, давайте, наверное, я так и сделаю. Вы в комментах напишите, я вот под этим видео прям комменты все почитаю, ребят. Кто знающий человек, кто может подсказать, реально совет дельный, короче. Потому что мотор, я уже не знаю, стоит, не стоит снимать 3-й раз. Ну, по идее, тут расстояние, вон, большое у него. Почему она его подкусывает, я не знаю, короче. Может, она болтами в гидромуфту упирается. Ну, хотя... Короче, я вот на один болт ее затяну, чтобы она вот, ну, чтобы не убежала вот с центров вот так. А потом попробую вот эти все подтянуть и посмотрим, может, она там то ли садится криво, то ли что. Ну, скорее всего, вряд ли, я так думаю. Да, можно все вот эти болты наживить сначала, ну, покрутить двигатель по кругу вот так. Наживить болты, потом вот эти затянуть. Я вот не знаю, вот я вот переживаю, что вот когда затягиваешь вот эти все болты, то есть сверху там уже подтянуто, да, все, грубо говоря, снизу осталось подтянуть, и она вот эту гидромуфту зажимает, она перестает крутиться. По идее, должно ли так быть? Я вот знаю, что ни хрена так не должно быть. Я уже не помню, я мотор последний раз давно ставил. Поэтому, кто знает, дельный совет, подскажите, пожалуйста. Совет очень нужен, короче. Вот, спасибо всем. Не забывайте на канал подписаться и лайк.